Шановні друзі, наше вітання. Я маю честь представити вам гостя. Знайомтеся, хто не знайомий. Нам сьогодні прийшов до нас, він поготові з нами спілкуватися, Айк Овакімян, який є член-кореспондент Берлінської академії мистецтв. Він у світі, так би мовити, очолює мережу таких дуже своєрідних салонів. Це салони красоти. Ну, часто густо кажуть, посилаючись на класиків, що саме красота врятує світ. Я досі не можу зрозуміти, як вона це може зробити, чому вона досі цього не зробила. Але все ж таки в таких містах, як Одеса, університетський культурний центр споконвічний, тут значна кількість нашого населення такому явищу, як красота, гарність зовнішня, приділяють все ж таки певну увагу. Ми з вами, спілкуючись, домовились, що тема головна нашого спілкування буде така: стиль – це я. Як це розшифрувати? Стиль – це я можна розшифрувати, звісно, з різних углов. В основному стиль – це я. Я чому вибрав саме таку тему? Тому що те, що я творю, я створюю своїми руками і своєю головою. И все, что касается художества, все, что касается дизайнерской одежды, все, что касается парикмахерскому искусству. Конечно, я люблю и уважаю классику, но я люблю придумывать что-то свое, смешивать какие-то разные стили, которые совершенно не смешиваются, придумывать что-то свое. Вот, наверное, в этом понимании стиль – это я. Можно назвать вас эклектиком? Я бы не назвал бы. Ну, в изобразительном искусстве, в архитектуре именно этим термином обозначается смешение того, что долгие годы, пятилетки, столетия, собственно, не принято было смешивать. И в чем смысл этого смешения? Вы понимаете, я смешиваю стили, но при этом я люблю создавать что-то свое, что-то необычное и то, чего не было, как бы, да, вот даже касательно там красоты, именно то, что касается там головы, волос, да, я люблю создавать что-то свое, что-то интересное, то, чего еще не повторялось. Конечно же, я стремлюсь к тому, чтобы создать свой стиль и показать это всему миру. И, конечно, я над этим сейчас работаю, скоро будет открываться школа красоты, там будет много чего касательно волос, касательно дизайна одежды и прочее, прочее. Это в Одессе произойдет? Это в Одессе будет, да. А вообще говоря, любопытная штука. Думаю, что, может быть, как будто будет это интересно и по ту сторону экрана. В принципе, вариантов-то, ну, некоторое количество есть, но не так уж много. Это не астрономия, да? Прическа. Средние, длинные волосы, короткие волосы. Вообще отсутствие волос или частичное отсутствие волос. Цвета, соответственно. Ну, что тут придумаешь? Здесь на самом деле можно много чего придумать, да, касательно стрижек, касательно укладок, касательно вообще цветов и создания новых цветов, как бы, да, то есть это такое дело, конечно, можно придумать, и у меня уже есть готовые стили, которых не было, и я хочу это все оставить на дальнейшую школу, я хочу преподавать именно в новом стиле, я хочу, это будет то, чего еще, мне кажется, никто не видел. Это что, революция? Вот. Ну, хотелось бы, чтобы было так, хотелось бы, чтобы... Еще один заветный вопрос. Так я считал себя человеком, который, ну, видал виды, вот, но иногда я теряюсь просто, когда вижу, ну, это касается слабого пола преимущественно, цвет волос, которого, ну, просто в природе нет такого цвета. Как вы относитесь к этому? Я к этому отношусь очень хорошо, и мне это нравится. Я во время работы получаю огромное удовольствие, когда я сотворяю что-то искусственное, да, это не похоже на природное, это какие-то инопланетянные цвета. А вот искусственное, цвета... оно не противоестественное, нет? Я с вами согласен, но мне это нравится. Нравится противоестественно. Да. Ну, в конце концов, на вкус и цвет нет товарищей, да? Тем не менее, в общем, на простых смертных это производит какое-то странное, конечно, впечатление. А может быть, этого и добиваются барышни, обратить на себя внимание? Каждая девочка, тем более девочка, хочет быть единственной и хочет быть неповторимой. Поэтому... Когда-то, кстати, об одном вашем земляке, это было в 70-е годы, он был очень молодой человек, но он был директором Ереванского мраморного завода. Ага. Есть у вас такой там? Да, да. Там карьер, завод и прочее.
Так мне о нем сказали, знаешь, он до того безукоризненно одевается, что это даже не бросается в глаза. Может быть, как раз лучший способ броситься в глаза – это одеться поскромнее и построже, нет? Видите, у нас как-то так диктует мода, что сейчас, наверное, чем ярче и чем эпатажнее, это бросается в глаза больше. Это молодежная все-таки, юношеская мода, да? Ну, как вам сказать, ко мне ходят и 70-летние бабули, которые красятся разные цвета и одеваются очень экстравагантно, и это смотрится круто. Вы знаете, наверное, можно это в какой-то мере сравнить с авангардом в изобразительном искусстве, да? Но есть два рода авангардистов. Те люди, которые сначала, как положено, изучали рисунок, изучали технику, технологии живописи, композицию, живопись, цветоведение, получили классическое изобразительное образование и в конце концов приходили на основе вот этой, на этом фундаменте, приходили к чему-то своему. И оно, в общем, в поисках выразительности отходило от достоверности. Но это хорошие художники. И авангардисты, которые просто не умеют рисовать, и поэтому сразу берут быка за рога, потому что там это уже не контролируется. Ну, я так вижу, как можно понять. Вот что касается вашего ремесла, нужно проходить сначала все традиционное, овладевать фундаментом и основой, и потом отходить? Или можно сразу, извините, безобразничать? Нужно сначала проходить фундамент, нужно знать основу, а потом только уже создать какой-то свой стиль и идти в какое-то направление. И только так. Ну, я так считаю. Это ваш путь? Да. Тогда несколько слов о своем пути. Да. Я учился в Екатеринской академии во Франкфурте и в Армении. И в Армении я писал, но у меня картин немного было, мне это нравилось, и как-то я забросил. И 3 года назад я не знаю, что... Ну, я ночью встал, 2 часа ночи, и начал на стене просто писать. У меня белые обои были, я начал писать на стене. Во сне, что ли? Нет, нет, я проснулся. У меня часто бывает, я ночью пишу. Я не знаю, почему я просыпаюсь ночью, или в 3 часа ночи, или там в 6 утра, я могу писать, не переставая. У меня бывает такое. И как-то так получилось, что я опять начал писать, и мне это начало нравиться, я вдохновился... В какой-то момент я просто забился в угол, я не знал, чем заниматься. Я занимался своим ремеслом, у меня свой салон, все дела, то есть я не могу бросить это все, потому что люди работают, я не могу, я ответственен, да, перед этими людьми. И, в общем, художество меня спасло очередной раз. Я когда начинаю писать, я отключаюсь от всего мира, и это самолечение в каком-то мере. Я очень сильно увлекаюсь психологией, и я знаю, что это сильно помогает. Вот, и я сделал выставку, в этом году уже 3 выставки было. Последняя выставка была в Союзе журналистов, очень удачно, как раз под Новый год. И круто, когда люди приходят, оценивают. Я люблю, когда говорят правду. То есть некоторые художники приходили и говорили: вот больная фантазия, наверное, человек там под наркотиками или под какими-то веществами пишет. Никогда в жизни я не писал даже под алкоголем, честно, я не люблю. Я люблю, когда у меня свежая голова, и все, что происходит в голове, передавать сразу в картину. Вот, я, конечно, оцениваю тот фактор, когда человек открыто говорит, мне нравится или не нравится, или что происходит, ну, такое. Это называется потный вал вдохновения, да? Да. А вот что касается Берлинской академии искусств, это все-таки звучит, в общем. Ну, кто-то рисует то, что меня не рисует, не пишет, все там где-то что-то вот по части хобби. А это ведь уже уровень... Это уровень, с вами согласен, но, ну так, я не в обиду никому, на самом деле, я считаю, что в Одессе и вообще в Советском Союзе бывшем намного больше и талантливых художников, чем там. Почему? Потому что там современное искусство, я очень люблю, уважаю классику. То есть без классики никуда, но там уже как-то вот классики таковой и нету. Все уже по-другому, люди пишут более современно, там другое видение. Мне это нравится, но я от этого не вдохновляюсь. Там это где? В Берлине, в Америке, в Европе, ну в целом. Как бы, ну, да, за Америку ничего не скажу, а вот что касается Европы, то оно там родилось, это искусство. Ну, согласен. Оно и к нам-то пришло. Но сейчас как-то вот у нас как бы больше классики, чем там, мне кажется, потому что там все-таки ценится другое искусство. У нас искусство, к сожалению, не на таком уровне и ценится не так, как бы хотелось бы. Но в Одессе еще хорошо, как бы, да, а в каких-то более маленьких городах.
Ну, когда говорят пушки, в принципе, ведь не мирное наше время, так вузы как-то, ну, если они молчат, то, по крайней мере, тише немножечко реализуются. А вот все-таки основа ваша, ну, грубо говоря, материальное существование, это все-таки не столько собственное изобразительное искусство, живопись, да, сколько вот прикладная работа. Это внешний вид, стиль человека. Да. И да. Не только прическа. Прически, дизайнерство. Сейчас мы запускаем именно коллекцию одежды, женской и мужской. И скорое открытие в Одессе. Именно это не будет салон красоты, это будет дом красоты. Там будет дизайнерская одежда, будет фотостудия с разными локациями. Салон красоты, все, что касается красоты и художественная галерея. Я – это стиль, стиль – это я. Да? Давайте вот зрите свой человек, мы так договаривались с самого начала, что будем говорить интимно. В принципе, ведь у громадной массы наших соотечественников сегодня, ну, так мягко говоря, есть и иные заботы, кроме собственного стиля и прочее, и его выдерживания. Да? Ваше искусство адресуется, наверное, все-таки определенному слою, определенному классу наших граждан, так? Сказать вам так. Вот у меня есть девочки, которые приезжают, обслуживаются за определенную, за хорошую сумму. Есть люди, которые приходят, приносят мне шоколадку, я обслуживаю точно так же. То есть у меня нет градации, то есть у меня нет четкого приоритета, хотя это неправильно. Мне друзья со стороны подсказывают, что я должен выбрать определенную элиту и двигаться дальше. Но я так не могу. У меня есть, я работаю уже 10 лет в искусстве красоты парикмахерского искусства. Пятилетки уже, да? Да, и видите, я сам удивился, когда недавно мне сказали, сколько ты работаешь. Я начал считать 1, 2, 3, 4, 5, 7, ого, ну, как бы такое. И поэтому я не могу, когда люди ко мне ходят уже по 6, по 7 лет из салона в другой салон, там еще что-то, я не могу просто так их оставить, я не могу цену поднять, потому что не могу, потому что не хочу. Вот. Ясно, хотя и не ясно вообще, потому что традиционно элитные стили всегда были и давно, что за Сарату, как кажут, моды-то были для аристократов парижские, в общем, лондонские, а народ ввязался бы в лапти из лыка и дело с концом. Но даже в наше время, в общем, салоны мод были далеко не для всех открыты. А вот что касается самой потребности людей, она же все-таки в основном, наверное, это потребность молодежная, юношеская, и больше женская, нежели мужская, или нет? Сейчас нет. Сейчас, видите, все смешалось, и нету четкой границы, где мужское, где женское, тому подобное. Сейчас все больше и то больше. Ну, вот у меня застегивается вот сюда, до правого, а у женщин вроде бы налево. Разные дизайнеры запускают подругу по-разному. Это то, что унисекс называется? Унисекс, да? Верно, все верно. Понятно, так что иногда, в общем, даже трудно отличить, в общем, кто есть ху, да? И такое бывает. Ну, это же заслуга вашей и ваших коллег, наверное. Наверное, это не заслуга моя и моих коллег, это заслуга каждого человека. Каждый человек как хочет, так и двигается. Мы все-таки живем в свободном мире. И... А вы знаете, мы ведь с некоторых пор живем в так называемом свободном мире, потому что на моей еще памяти, вот, если бы какая-то девчонка в этих дранных, умышленно дранных штанах, которые почему-то дороже стоят, чем целые, появилась бы среди тех бабушек, которые сидят рядом со мной на жоре, я боюсь, ей пришлось бы тут, вы знаете. Так что, очевидно, это свобода, да. Ну, хорошо, человек имеет право одевать то, что он хочет, и то, на что у него есть деньги. Что для вас основное, приоритет, изобразительное искусство в рамках музея и выставочном зале или, извините, чьи-то штаны? Я вам не могу ответить точно. Наверное, все-таки изобретательное искусство. Все-таки, да. Для меня это важнее. Вы стали тогда ночью полусне писать на стене. Это что, маслом написали? Да. А, ну, обои, они же не грунтованные. И, в общем, это бесперспективное было живопись. И до сих пор есть она. Я не трогаю. Я за эту ночь написал.
и потом ничего не добавили. Но вы нарушили технологию, грунта нет, оно пожухнет и отпадет. Ну, у меня не на чем было писать на тот момент, у меня все холсты были заняты. А что касается собственной живописи, вы все-таки идете традиционным путем, так? Сейчас... Это подрамник, холст, грунтовка? Конечно, грунтовка, холсты. Раньше было по-другому, раньше я покупал готовые холсты. Вот, и писала. Сейчас... Фондовские, там в салоне? Да. А сейчас я беру холст, сам натягиваю грунтовку. А грунт готовите сами? Нет. Покупаете? К сожалению, нет. У меня времени не это так много. Это плохие грунты покупные, они... Я с вами согласен. Вот я общался с художниками, да, старшего поколения, и круто, когда мы сами своими руками делали вместе, и я от этого кайфую от процесса, но, к сожалению, у меня не так уж много времени, я разрываюсь. Я картину могу писать только ночью, я без выходных уже 3 месяца работаю. А при этом свете? Свечи? Нет, о, хотя эта идея очень крутая. Конечно, это же организует, да. Да, очень круто, это энергия, энергия огня. Ну уж, по крайней мере, растирать краски самому тоже времени нет, да, приходится покупать. Кстати, дороговато это удовольствие. Красить краски. А вы продаете картины, если не секрет? Честно, да. А что тут продаю, такого, господи, ваши вещи? Продаю. Здесь нет ничего стесняться, это вы сделали. А когда вы решаете насчет цены, опять-таки, вот надо надеяться, что зритель поймет, он человек относительно культурный, хотя сейчас многие навострили уши, пошла беседа уже о деньгах. Вот определить, ведь здесь же нет никакого стандарта. Художник назначает цену и покупай или не покупай. Как вы это, из чего исходите, от какой печки пляшете? Есть картины, которые я не продаю, хотя уже хотят, одну картину хотят уже 4 года купать, я не могу продать эту картину, вот я люблю как свое дитё и все. Но картины я продаю в среднем от 500 долларов до там 3000 долларов. А долго писать картину, которая стоит 500? Можно месяц писать, можно 3 часа. Неопределённая, да? Абсолютно. Знов таки вид натхнения. Я, боженька, так. Сюда, сюда. А у вас не было такого момента, как было у некоторых нервных, впечатлительных художников-классиков, когда уже почти написана вещь, вдруг он хватает ножик и начинает резать? Такого не было, но было такое, когда я уже написал уже почти законченная картина, яркая, сочная, я мог бы взять и просто черным цветом залить полностью. Такое было. Черный квадрат получился. Или было с 4-го этажа выкинул как-то картину. Любимые художники ваши, кто? Идеалы? Сейчас даже утрудняюсь говорить, если честно. Ну, ориентиры, скажем, идеал творить себе не следует, конечно. Но когда бы учились, что вам нравилось, что не нравилось? Мне очень нравится море. Я безумно люблю море. И я последний... Айвазовскому время... подходит, кстати, ваш земля. Я без ума от него. Айвазян вообще по-настоящему. Айвазян, так. Я, честно, вот завидовал ему очень сильно. Но это белая зависть, как бы, да. И но он реалист. Как только реалист, не старался, у меня не получается, даже близко не получается. Но я очень люблю море. Я обожаю море. Я могу возле моря сидеть часами, смотреть и писать, к сожалению. Именно так, как он пишет, как реалисты пишут, у меня, к сожалению, не получается. У меня направление совершенно другое. Поэтому... Ну, вы должны утешиться, так как он писал, до сих пор никто не пишет. Никто, абсолютно никто, даже близко, и, к сожалению... Даже академик, ему сам царь присвоил чин адмирала только за то, что он писал море. Ну, он писал морские сражения, он знал хорошо оснастку кораблей, парусных и прочее. Вы революционируете в одежде, вот... Куда это может завести? Вы знаете, всякая революция, она же все-таки в какой-то мере предсказуема. Например, еще относительно недавно человек, который шел бы в таких вот брюках, которые уже явно не шорты, но еще не брюки, ну, над ним бы посмеялись. Сегодня, в общем, это широчайшая практика. Хотя я до сих пор не уверен, что это одежда для того, чтобы ходить в городе, а не за городом или на пляже. Вот. Очевидно, где-то мы дождемся чего-то еще, чего-то неожиданного, да? Что это может сейчас быть? Сейчас, видите, сейчас в тренде более космическая тематика. То, что касается каких-то более таких совсем необычной одежды.
Но при этом одежда должна быть удобной. Она может быть по форме совсем казаться неудобной, да, некомфортной и непонятной, какой-то непонятной формы. Просто или мешок висит, и откуда что-то торчит. Но на самом деле должно быть комфортно. Если одежда комфортная, то уже круто. Ну, я так считаю. Я сам люблю комфортную одежду, и мой покупатель тоже должен ходить в комфортной одежде. Когда вещь комфортная, ты всегда носишь. У меня есть штаны, которым уже лет 7, я их удел, но все равно не могу. Я их очень люблю и постоянно обжил. Ношу. Да. Один раз я говорил, что в стоптанных туфлях удобнее. Я на днях видел одному относительно молодого человека, так он в движении к удобству одежды дошел до предела. Он пришел на море и просто обнажился. Вот ему было так удобнее. Вот. Когда он шел обратно, уже подошел патруль, куда-то там его проводил. Странное было впечатление. Ну, это крайний случай. А в принципе, ведь в такое время года, вы ведь как человек, связанный со стилем, связанный еще и с временами года, наверное, да? Конечно, обязательно. Вот такое время года, оно обязательно ведет к минимализации одежды? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Здесь могут быть какие-то... Главное, чтобы одежда была свободная. Она может быть плотная, она должна быть свободная, и определенная ткань, которая не дает человеку ходить и душиться. Главное, чтобы было комфортно. Может одежда быть очень тяжелая, но в зависимости от ткани. Если ткань подобрана правильно, ты ходишь, и тебе комфортно. Ведь температура, ведь мозг у нас не глупый, температура тела сохраняется. Поэтому такое. Вот удивительное дело. В свое время... Летом, это, кстати, с Кавказа мода пришла, но я думаю, что через Кавказ, оттуда из Азии. Летом мужчины, которые привыкли все-таки носить пиджаки в любое время года, они носили пиджаки тоненькие, без подкладки, с короткими рукавами, но это был пиджак. И вот сегодня пройди где хочешь, ты такого не найдешь, хотя жарище. Что это значит? Очень удобная вещь. Опять же, видите, вот мода и... Все-таки рукав должен быть длинный, да? Еще один момент. Смотрите, мода, ну, я не скажу для шпаны, не зачем убежать людей. Ну, для людей со своеобразным представлением о вкусе. Она очень бурно меняется, и странным образом. А вот мода в серьезных слоях общества, она остается той же, обратите внимание. Фрак никуда не делся, смокинг никуда не делся. А ведь это старина какая, господи, уж должны быть где-то, забыть мы должны про них. Длинное платье вечернее никуда не делось, декольте никуда не делось, рукав три четверти никуда не делся. Значит, все-таки это классовое явление. Это, во-первых, классовое, вот в моем понимании, как это. Во-вторых, это... Очень классно, извините за выражение, и в этом есть секс. В этом есть секс, то есть выделяется мужчина в смокинге, девочка, женщина в красивом вечернем платье, то есть это всегда было привлекательно, и это всегда будет привлекательно. Ну да, но я думаю, что юношество и молодежь фабрично-заводских окраин, они для себя это не примут. Это что-то, в общем, буржуазное, дворянское, что-то, в общем, такое, с чем мы покончили в 17-м году. Да? Хотя, на самом деле, как с этим покончишь? Наверное, это... С этим, мне кажется, выжило. Не покончить. Это такое дело. А вот да, в этой это... сфере у вас не было желания поэкспериментировать? Вот фрак, но какой-то эдакий. Не такой, не как джентльмены носят в Лондоне. Честно, нет. Нет, нет. Вот сейчас вы мне дали повод для размышления. В конце концов, если революционировать, то революционировать. Это же можно делать на основе классических форм. Так же? Вот я сейчас начал думать, это может быть там, не знаю... Фрак, но с короткими рукавами, предположим. Ну, а почему нет, если это ли? Вы не хотите попробовать себя в роли дизайнера? У вас хорошие идеи. Да, знаете, но когда я учился изобразительному искусству, все-таки тогда не только о фраке с короткими рукавами не могло быть речи, но не могло быть речи даже о Винсенте Ван Гоге, не могло быть речи о импрессионистах, неоимпрессионистах и постимпрессионистах. Это было все глубоко чуждо, враждебно. И за это дело давали линейки по затылку в художественную школу. Так что видите, все меняется. Ну, хорошо. Тем не менее, режиссер дает нам где-то минутки полторы еще так, да?
Вот мы с ними прощаемся, с нашими дорогими, бесценными и драгоценными зрителями. Что бы они должны были запомнить больше всего из этого общения? Ну, приглашайте их, наконец, на это открытие. На открытие, да. Я вас всех приглашаю на открытие большого, прекрасного, модного движения, я бы так назвал. Я думаю, я вас не разочарую. Следите в Инстаграме за нашими постами, за нашими новостями. Инстаграм Айким Салон. Вы там увидите все новости. Также во всех соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке, Айким Салон. Так что буду рад вас видеть. До новых встреч. Ну, а вам позвольте пожелать, естественно, совершенно вот этого самого потного вала вдохновения. Не очень часто, потому что это трепет нервы очень сильно, да? Наверное, когда вы ночью пишете на обоях под утро, в общем, как раз хочется спать, когда нужно действовать. И, кстати, вы руководитель этого всего или вы реальный соучастник? Все, что касается стиля, то, что я создаю, я и руководитель, и соучастник. Я не могу отойти в сторонку и оставить это все так. Поэтому я должен напрямую действие иметь в этом. Я руководитель и соучастник. Вот. Ну, вот, собственно говоря, и для знакомства первого достаточно. А там, я думаю, мы побачимо. Дай Боже, на восстание зустрічаємося. Я не знаю, якому особисто мені було цікаво. Дякую, мені теж. Бувайте, шановні друзі.